Отлично. Внимание. Готовы? Моторы. Мы продолжаем разговор об окинавском кубудо, и у меня снова неудобный вопрос, Сереж. В окинавском карате мне все понятно. Каким образом ставится нокаутирующий удар и керхисацу из макивара? Встаешь, вставай да бей. А каким образом вытренировать удар вот палкой, к примеру, или тонфой? Потому что, когда самураи рубят мечом, у них висит такой сноп специальный, они вот этот сноп, он повторяет по плотности человека приблизительно. Что вы делаете, какие методики вы используете для того, чтобы поставить действительно убийственный тяжеленный удар? Ну, хороший.